Сюда подходи. Что у вас? Давление. На против красный. Первый красный. Сегодня у нас 7 декабря 2015 года. Находимся на почте. Мужчина, у нас в зале лицо на очереди. Вы брали там? Лицо на очереди? Нет, не брал. Пожалуйста. 7-7. Джеймс Бонд. А зачем вы снимаете? А мы отправляем письмо заказное Владимиру Владимировичу Путину. И нам надо официально, чтобы все заснято. Ну, здесь нельзя снимать. Ну? Два письма вот у меня. Для... С уведомлением о получении. Добрый день. Как добрый день. Потому что отправляем очень серьезное письмо Владимиру Владимировичу Путину. И нам надо официально, чтобы... И патриарху Кириллу. Подтверждение, да. Засвидетельствовать. Да. Да. Мы знаем. Так, у вас был шанс. Ну это мы не закрыли, чтобы посмотрели, что там, чтобы ничего. Посмотрите, да. А мы православные христиане. Мы же не игиловцы. Чтобы уведомление пришло, да? Нет, уведомление вы должны еще написать уведомление. А, ну давайте. О получении. Ага. Заполняйте, пожалуйста. Заполняйте. Ну-ка, покажи. А мы потом заполнишь. Ну, вы хоть губки накрасили. А зачем? Это все ведет в блуду перед мужчиной. Зачем она надо? Будьте да такой, думаю, дойду, будьте такой красотой, которую вам Бог даровал. Письма доходят? Ну, нормально. Конечно. Мужчина, с Божьей помощью. Вот это возвращается, это ваше. Адрес пишет. Вот это ваше. Да, да, да. А на той стороне кому? Есть такая поговорка: на Бога надейся, сам не плашай. Это же не значит, что я должен сидеть, сложа руки. Я должен трудиться. Да. А что-то по Богу 56, это так заполняется? Ну, это вы так написали. Это почтовое отделение ваше получается. Вот здесь вот я хотел вам показать, вот здесь вот ошибочку, вот эту вот сделал, кто заполнял. Вот здесь вот, видите, адрес тот же самый, только сюда написал. Ну, ошибся он, пожилой мужчина уже. Страшного. Главное, вот этот адрес, ага. Индекс. Я имею в виду, это зачеркивать ничего не надо, да? Не надо. Нет, да? Вот я вам визитку дам сейчас, вот возьмите. Наш православный сайт, форум, и там на ютубе канал у нас есть. Вы в интернете заходите? Ну вот, конечно, как раз все узнаете. Угу. Никита, руку убери вот эту.
готовые, да? Да, это готовые. Мы просто очень официально отправляем письмо. Я пока не закончу. Я сейчас закончу, ухожу сразу. Не надо снимать. Вы понимаете, мы же вам дали, я сама лично не дала согласия на это. Вот это зачем? Такую надо убирать. По ним простой вам тоже привет. Это просто дешевле туда. Просто отслеживать надо. Это же нужно спрашивать разрешение у каждого. Это вы согласны на съемку? Нет. Зачем вы? Зачем вы нарушаете наши права? Ну, пожалуйста, вы снимите, он пришел, у вас будет квитанция о том, что вы отправили письмо. Меня не надо снимать, ради бога. У вас будет квитанция, видео документ. Это совсем другое. Да какая разница? Какая большая очень разница. Любые документы теряются и так далее, а это официально уже все остается. Тем более, это мы все выкладываем. Что теряется сейчас? Сайт официальный есть, там квитанция, номер и все. Да. Вот это у вас точно не примут ничего. Это для нас подтверждение, не для кого-то. Вообще, вы не правы, не надо. Да вы уже отозвонились в другую сторону, перевели камеру, у вас уже... Вы уже сняли все, что и оператора, и все, что касается Почты России. Зачем? Я могу сейчас вызвать полицию, но не думаю, что это будет очень хорошо. Вы не имеете права снимать объекты в почтовой связи. У нас официально, я же говорю. Мы же не просто отправляем простое официально письмо. Что? Официально отправляем Владимиру Владимировичу Путину. Я понимаю, вы отправляете. Да. Зачем вы снимаете наших работников? Потому что, ну как ее не снимешь, когда рядом письмо отправляется? Мне вызвать охрану? Письмо-то снимите и отправьте, чтобы вы отправили квитанцию. Вы хотите просидеть полдня в полиции? Я что-то понять не могу. Берите. Господи,